привет всем заглянувшим. Сегодня у нас с вами маникюрчик. Ишь ты, Галарафия, как сводит с ума нашу камеристову. Это у меня Essence Holo Rainbow. Да-да. Смотрите, какой он прикольный вот в расфокусе. Это просто праздник какой-то. Ну, в фокусе, да, не так, конечно, он прям, но вот это вот его реальное состояние. Он очень крутой. И купила я его в довесочек к новому штампику от Essence. Не, ну, как я могла обойти мимо такой новинки? Все-таки это стемпинг, я извиняюсь. Пошла я, значит, на Beauty Home и купила там немножечко того, немножечко этого. Там просто 1500. И бесплатная доставка. Кстати, идет маленький скребочек. В общем, грех было не набраться. Конечно же, то, что я купила там гели, шампуни, оно вам не надо. Но вот из лаковых дел то, что вот я купила. Сейчас мы с вами будем щупать. Кстати, каков он? На ощупь вроде одинаковый с Бенгом. Или может даже чуть мягче. А ну-ка, погодите, я сейчас этот, как его, Лондон припру. Итак, Лондон. Вот он. Сейчас посмотрим, что он нам скажет. А ну-ка, давайте донышко тоже снимем. Не, Лондон прям вообще мягкий. Этот все-таки ближе к Бенгу. Вроде Лондон, конечно, клевый, переносит отлично, но они специально как будто делают вот эту подушку меньше, чем стаканчик, если можно так сказать, назвать его без днища. Чтобы он рвался, он, видите, у меня уже начал рваться, хотя я бы не сказала, что я прямо сильно им пользовалась. Это первый косяк. А второй, он... вот тоже еще, видите, у меня чуть-чуть порвался. Сейчас, подождите-ка. А второй косяк, что из-за того, что он очень мягкий, этот Лондон, он искажает всякую геометрию там. Ну, то есть вы натянули его на ноготь, и он так сильно прямо его охватывает, что искажает рисунок. В общем, как бы он хороший. Ну, не знаю, что-то мне как-то не лежит рука его щупать. Для коллекции, конечно, приятно, чтобы было, но действительно он только для того, чтобы было. Так что считаю, что ни хрена на него деньги тратить. Не, попоржать, конечно, можно, но это, в общем, не совсем то, что нужно. Так, а вообще, знаете, они одинаковые, я поняла. Тут же вакуум. Ему прогинаться некуда, а этому есть куда. Так что, мне кажется, они одинаковые. Ну, мы сейчас щупнем. Так, залапала бедного Бенга. Зачистим. И будем вот этот сегодня пользовать. Посмотрим, что он нам расскажет. Немец этакий. Так, крышечка. Крышечка прикольная. Так, лак я вам показала, да? Это у меня, кстати, какой номер? А, первый, Hello Holo. Кстати, если кого-то интересует, я, наверное, оставлю, да, в Beauty Home на него ссылку, на штампик. Дай бог, кстати, не забыть еще. Так, что мы делаем сейчас? А, сейчас давайте мы нанесем Cuticle Defender, наконец-таки. Просто аллилуйя. Пока что на один палец, потому что он быстро высыхает. Второй палец нет смысла мазать. Проходила как припинда, опять 4 дня с черно-белым каким-то лаком. Ай-яй-яй. Да, девча, ремонт это такое дело. О-о-о, поедешь за плиткой, там и останешься до вечера. Грызть эту плитку. Так, мочалочка у меня есть посудная обычная. Мне как-то с такой мочалочкой спокойней. Не знаю. И сильванка у нас, так, 10-я, 43-я,
31, 44 и финелька 26. Вот такие кислотные лаки я люблю. И еще больше я люблю делать ими градиентики всякие. Сейчас посмотрим, как у нас это все дело пойдет. А то я, если честно, так давно не делала маникюр. Что могу и делов тут нахуровертить. Так. Начнем буквально с двух точечек, потому что кто его знает, чем это все закончится. Оп. Кабы синий не был слишком темным. Сейчас мы примерно накидаем просто, что где и как у нас будет. А потом уже будем смотреть, что добавить, что отнять. Так. Двигайтесь, товарищи. Ну что, наверное, можно вот сюда чуть-чуть синенького. Люблю я маникюры в реальном времени. С вами сразу все учимся делать вместе. И вы начнете что-то делать и не будете думать, да как этот блогер нахуровертил. Богу душу. Так, теперь аккуратненько. Ну что, нормально вроде. Так, я знаете, что забыла? Давайте я, наверное, на второй руке тоже сразу сделаю. Пока пошла такая пьянка. Вот я молодец, вспомнила за этот Defender. А то вечно оттираю, матерюсь, кому оно надо. Налила под самый не балуй. Ну что вы хотите, правой рукой. Так, значит, повторяем наши манипуляции. Теперь можно пожестче лить, потому что мы выяснили, что вроде ничего так смотрится. Пожестче ее. Так, так, так. О боже, я забыла, какой я цвет уже помазала. Даже пока все цвета вымажешь, уже первый высох на сухарь. Сухарь — это очень сухое слово. Так, и розовенький вот сюда, сюда, что-то маловато. А у меня розовый почему-то заканчивается быстрее, мы, видать, его чаще, что ли, юзаем с вами. Так, а теперь еще надо не забыть, какой стороной чего у меня тут наверчено. Вот так, по-моему, да? Или нет? Боже. Ну, я и припинда забыла. Ладно. Будь что будет. Синего плохо видно. Эх. Ничего. Да нормально, че ты паришься. И так сойдет. Сейчас чуть-чуть подбавлю, чего уж там. А, и желтого, наверное. И на этот палец. Тюп, тут еще Defender не досох. Ничего. Нам с вами тут прямо до идеала доводить ни к чему, потому что это просто, так сказать, подложка просто. Поэтому нам все равно, что там она о нас думает. Так. Ну во. Нормуль. Надеюсь, кстати, был фокус.
Сюда, знаете, наверное, желтого можно подопхнуть. Мне что-то кажется маловато. Сейчас. Так. Значит, теперь мы снимаем пеленку. Она еще даже у нас не допросохла. Смотрите, хорошо снимается. Так, скидываем ее. Так, я сказала, скидываем, а не приклеиваемся. А тут она к лаку приклеилась. Ну, ничего. Сейчас. О, хорошо, кстати, залила прямо с кутикулой вместе. Этот палец вообще почти чистить даже не надо. Вот это прикол. Так, а на эти пальцы у меня еще одна мочалочка. И это, кстати, я все закрою, потому что нам это уже все не надо. Я будет только место занимать и сбивать нас с панталыку. Мы и так тут сбитые уже. Летчики, не летчики. Так, берем черную массуру, белую массуру и Golden Rose серенький. 134. Ну, массуру, наверное, не надо вам представлять или все-таки представить. Что это? Базы, кварц и обсидиан. Так, открываем. А, открываем я, извиняюсь. Опять этот куфику. Куфикул забыла. Сейчас. А вам, наверное, не видно ни пса, да? Ну, тут, в принципе, смотреть-то нечего. Чуть-чуть повыше. И сразу вторую тоже. Значит, сейчас ждем обсох, то все будет цепляться за нашу эту мочалу. Да, что-то тут зеленого много получилось. Дела. Ну ладно, что-то с ним. Так. Тут у нас... Ой, коротенько. Три цвета всего. Фокус там у нас есть. Так, беленький, это так чисто поржать. Черненький. Наверное, еще чуть-чуть серого. Ну и, в принципе, давайте уже и белого. Вот так. Так. Дай бог просохло. О! Да вот так вообще норм, короче, сразу. Сразу норм. О, этот прям графитовый получился. Блин, нет, тот не норм. Давайте тот теперь тоже так сделаем. Попробуем, по крайней мере. Кстати, я очень надеюсь, чтобы этот маникюр получился не как всегда, что в голове оно выглядело лучше. Ну, добрым такой графитовый получился. Прикольно. А ну-ка, давайте сюда тоже так потыкаем. Вот, видите, в ходе дел всегда что-нибудь новое да вылезет. Прикольно.
Мне нравится, пусть так будет. Только что тут уголочек не хочет. Все, достаточно. Нам это все тоже для антуража исключительно. Так, закрываем бидоны. Что мы сейчас делать будем с вами, девчули? Ой, я сама не знаю. Прости, господи. Давайте снимем сейчас эту кутикулярню. Да, если, кстати, быстро вот помазал эту кутикулу Defender претевски, быстро помазал, быстро снял, то она сама не успевает отклеиться от вас. В принципе, сейчас вот мне понравилась она. Может, это, конечно, еще из-за того, что я ее поболтала. Хрен его знает. Так. Давайте я сейчас оботрусь, наверное, и припрусь. Так, девчи. Сейчас мы будем с вами вязать с нашей вот какой предыдущей распаковочки. Для этого мы возьмем топчик барпретчик. Так. Заодно и разгладим, и налепим. И что-то кусочки маленькие попадаются. Ну, давай, разауляй, где там. О, это по-нашему. Блин, теперь много. Твою ж мать. Не, ладно, будет такое пятнышко стеклянное. Налепила из того, что было. О, о, как надо было сделать. Накидать сюда, а потом лепить. Да, гада. Ну что, достаточно? Нет, давайте еще вот сюда чуть-чуть. А куда я хотела? А я уже забыла, вот сюда, по-моему. Так, лишнее стрясли. Немножко, наверное, можно еще вот сюда. Так, и вот сюда. Так, теперь берем серый на вот. На него тоже лепим эти трихломации. А хотя подождите, вообще-то, наверное, лучше не надо. Нет, все, я передумала. Отбой, отбой. Так, пусть, значит, полежит. Дальше мы что делаем? Мы, наверное, покроем вот эти трихло... А, подождите. Подождите. Стопы, стопы. Это вдруг чего сейчас нам попадет? В лак. На пса, ну, нам надо. Так. Вот теперь можно сильно не возюкать. Чтоб, правда, ничего не прицепилось. Так, теперь мы с вами делаем стемпинг. Для этого нам понадобится бенг-бенг. Ой, честно, я уже становлюсь каким-то адептом бенг-бенга, потому что они такие молодцы. Не знаю, как-то у них все так схвачено. Такой сервис, подход к клиенту. Что-то не так им пишешь, да они уже в этот же день даже ответят. Ну, вне зависимости от разницы там во времени, будильниках, там поильниках, чем они там еще заняты. В общем, пользуюсь бинг-бенгами и радуюсь. Итак, мне нужен вот этот рисуночек. Вообще, кстати, пластина классная. Я же уже и вот этот пользовала в прошлый раз. Сейчас вот этот поюзаем. Ничего мы пока больше не пользовали отсюда. Ну, вроде нет, но вообще эта пластина такая многофункциональная, с ней достаточно можно маникюров прикольных наворотить.
Так, берем черный лак. Мундятина. А сюда нам нужны цветные. Так, цветные у нас это Мексикан Пинк, Гераниум, Туркьез какой-то, Йеллоу и Авокадо. Давайте, наверное, начнем сначала с цветного, потому что я тоже не совсем представляю, как это будет выглядеть. Фиг знает. Сейчас будем с вами все вместе смотреть и тестить. Еще все откроешь, нет бы сразу открыть, ну что поделать. Так, оранжевенький в два места, розовенький, синенький. Сейчас еще посмотрим, если мне не понравится, что получится, сотрем, переделаем. Так, штампик наготове, он у нас чистый. Скребочек я взяла свой бенговский. Вообще, конечно, можно и тот попробовать, и тот попробую. Мало ли чего, а как его удобнее взять? Что-то не пойму, так что ли. Так, сейчас посмотрим, как лучше. О боже, да он такой мутный, что через него даже не видно ни пса. Ничего не пойму. Взял вроде хорошо, но через это днище что-то оно какое-то, как оказалось, странное. Оно все, не знаю, как вам показать. Как сказать, ребристое, вон, видите? И вот эта вот ребристость, она, кстати, и под ногтем ощущается, ничего себе. В общем, через нее не четко видно, что происходит. Вот смотрите, видите, он такой, как в пелене в какой-то. Тьфу, а я, кстати, сразу вообще не глянула. Реально пелена. Ни о какой четкости тут даже речи быть не может. По-любому надо вот эту вот штуку вырезать, потому что она ребристая, как пилка. Ё-моё, вот это прикол. Не хотелось бы говорить, что штампик хрень, но пока что штампик хрень. Так. Берем ацетанье. Наводим фокус. Да, кстати, смотрим за тем, чтобы у нас тут видео еще снималось. А то сейчас закончится время съемки. Будем тут куковать. Я буду, как всегда, с вами разговаривать. А как бы с вами, как бы и не с вами. Все очень странно. Так, давайте проба нам бату. Так, где шкребок-то я уже делала? Господи, вот раз. Так. Как бы лучше так. Интересно, достаточно этого или нет? Сейчас посмотрим. Блин, забыла, опять взяла. Ну, вроде ничего так получилось, но дело в том, что... Вон, видите, хорошо он берет. Вообще отлично. Но через вот эту штуку, видите, как все передается. То есть, может, мне, конечно, попался такой какой-то рифленый, с жопой рифленой, но через нее все как в тумане. Не знаю. Это фокус точно, он, смотрите. Фокус на месте. Вот сейчас я на него нажала, он запрыгал. Фокус на месте, но вот рисунок как в пелене. Ну и как можно тут целиться куда-то? Ну да, так дела, конечно, не пойдут. Давайте бенг-бенгом сделаем. Вообще штампик хороший в плане того, что он хапает вообще отлично. Но днище у него явно лишнее. Так, фокус, паскуда. Так, ляп-ляп. Можно, кстати, поменьше даже.
Когда более маленькие точечки, по-моему, прикольней. Кстати, шкребок тоже как-то странно скребет. Так. А ну-ка. В общем-то ничего, но вот одна деталька мне не нравится, как краска распределилась. Сейчас переделаем с вами. Не, ну а как? Когда делаешь такой точечный стемпинг, он не обязан получаться сразу, чтобы тебе нравилось. Это в инстаграмчике, чтобы коротенькое видео заснять. Человек промуздыхивается с одним рисунком, там может полдня, а видео 20 секунд. А у нас с вами все в реальном времени, без всяких вырезатчик, выниматчик. Так, желтого немножко. Давайте-ка нормальным скребком. Тут что-то я уже. Так, сейчас глянем. Во, вот теперь мне нравится. Значит, это у нас идет на сюда. Вот так. Прелестно. Прелестно. Так, очищаем штампик. Ну что, крутяк. Так, очищаем рисуночек. Берем черную мундятину. И пхем ее так, наверное. Сейчас, подождите, я хочу, чтобы вот этот вот кусок стеклянный хорошо влез, в общем, в рисунок. Не знаю, что там вам видно. Вот такие дела. Бамс. Чмык, смык. Да, прикольно видно этот стеклянный рисуночек. Давай, фокус, господи. Как всегда. Во. Вот это прикол. Мне нравится. И, девчи. Так, это я все буду потом чистить, зачищать. А новом вот это вот не надо. Сейчас мы что с вами... А, все вспомнила, господи. А вот эти штучки я хочу прилепить на мизинец. Сейчас посмотрим, какие цвета. Вот эти, наверное. А где у меня топчик? Так-с. Надо было высыпать. Они, видите, разноцветные. Ну, то есть, как разноцветные. Вроде только оранжевые, а получается разноцветные. Так, у нас там снимает еще. Что-то немножко полезло в бок. Так, погодите-ка. Все, пупсики. Вот такой у меня итог получился.
Доляпала я вторую руку сама, пока пока по телефону болтала. Пока болтаюсь по телефону, не только испарится, ацетонный стемпинг весь свернется. Вот такой вот айтах. На больших пальцах сделала снизу. Это водичка. Ну, я так люблю, чтобы снизу были. Так. И покрыла топом барпрети. Да. Оставляю треть, чтобы опять все слить в тот бидончик Рои. Какая рука прикольней. Прям не знаю даже. Чи левая, чи правая. Вот такие дела, пупсики. Все, всем спасибо за просмотр. Хорошего дня, отличного настроения и пока-пока.